Компенсационную высадку деревьев проведут в Новой Трехгорке в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Ранее в социальных сетях жители микрорайона сообщили о вырубке деревьев в связи со строительством мультимодального транспортного узла на Минском шоссе. На территории микрорайона появится более 800 новых деревьев – ели, липы, березы, клены и рябины. Это в два раза больше, чем было вырублено.